Всем доброго времени суток. Сегодня, девочки, хочу с вами, вместе с вами создать дизайн. Не рисовашка, а слайдеры, наклейки, что-то, идеи в голове есть. Вот хочу попытаюсь воплотить. Взяла типсы, уже приклеила тут. Так, сейчас я вам покажу. Беру гель-лак, вот такой, эго. Нумерация тут уже моя. Нумерацию я не помню, он вот такой яркий. Покрываю две типсы этим цветом покрываю. Покрою за кадром, чтобы не занимать ваше время. Так, смотрите, покрыла за кадром две типсы. Он вот такой насыщенный, прям вот как у вас на камере, так и в жизни он яркий. Но его, мне кажется, лучше наносить на ноготочки, на белые гель-лак или на молочную базу. Дальше, смотрите, что я беру. У меня есть вот такие полосочки. Это от трафаретов для аэрографии. Были клочки там по краям. Я их не выкидываю, потому что, смотрите, они липкие, я их использую. Мне надо разделить типсу пополам где-то. Может, даже чуть-чуть сюда побольше взять. Вообще лучше пополам. Так, вроде бы, девочки, пополам. Да. Приминаю. Вот. И вторую типсу мне тоже надо разделить вот так же пополам. Беру тоже трафарет, но эту типсу уже вот с этой стороны. Так, вот с этой стороны надо разделить пополам. Так, не туда. Вот. Так, все, разделила, подготовила себе типсы. Теперь беру, девочки, палитре красочку черную. Это у меня Атамарант. Атамарант профессионал. Беру. У меня вот такая вот шкатулочка, коробочка. Здесь я, знаете, что было? Короче, тут что-то лежало рыболовное. Муж покупал несколько таких коробочек у меня. Я у него забрала эту коробочку и храню вот для аэропуффинга. Тут у меня вот есть черная. Вот. Я бывает даже вот... Так, девочки, давайте уберу вот так вот. Бывает даже вот на этой палитре. Переворачиваю. Вот у меня тут даже для френча приклеены. И прямо на ней взяла нужное количество. И вот на ней вот так вот, как говорится, впитала. Еще раз беру. У меня маловато красочки. Вот. С этой стороны, прошу прощения, вот эту типсу, как бы мне наполовину надо ее проэтовать. Так, и к концу вот на нет как бы сходить. Так. Отправлю. Можно было, конечно, сделать это и аэрографом. У меня есть аэрограф. Мне дарили. Ну, вернее, денежку давали на день рождения. Дарили аэрограф. Но я аэропуффингом. Отправлю в лампу на просушку. Возьму другую типсу. Также наберу красочку. И мне уже вот с этой стороны, с кончика, надо на половинку где-то. Так. Вроде бы. Все, отправлю на просушку. Ту достаю, она уже просохла немножечко. Мне слой нужен по... сильнее, потемнее, вернее, вот здесь вот. Так,
Где-то, наверное, да, вот так вот. Говорю, идея в голове есть. Вот как бы ее воплотить сейчас. Вроде бы все. Отправляю на просушку, тут достаю типсу. И тоже надо сделать потемнее. Мне тут уже надо черный подбавить, наложить еще. Так, надеюсь, камеру не трясу. Так. На камеру у вас вот прям темнее, в жизни черный, в жизни чуть посветлее. Отправлю на просушку и посмотрю, потому что я смотрела на камеру. Так, еще чуть-чуть прям добавлю. Вот здесь прям около, скажем, около кутикулы. Потемнее сделать. Так, все вроде бы. Отправляю на просушку. Тут достаю. И эту мне надо сделать тоже потемнее. Но тут уже около свободного края. Давайте сейчас достану ту типсу и посмотреть, одинаково ли у меня получилось по темноте. Так, вроде одинаково. Отправляю вот эту вот типсу на просушку. С этой типсы уже снимаю вот этот трафаретик. Ну, этот трафаретик я снимаю, я также могу его и приклеить и сюда. Как я чищу аэропуфинг? Вот это вот беру ватный диск, беру ацетон, пшикаю, прям вот набиваю сильно ацетоном. Ой, какой запах. Ложу. И вот аэропуфинг начинаю. Мне неудобно ручка. У меня есть ручка для аэропуфинга. Мне удобно просто вот так вот. Естественно, вот эта вот подушечка набивается ацетоном, становится больше. Прошу прощения, голос у меня бедный. Беру чистенький. Также проминаю. До конца она все равно не прочистится. Все равно останется. Но уже, вот видите, почище. И я отправляю прямо в эту коробочку, могу отправить. А могу просто вот так вот поставить, он посохнет. И потом уже, получается, кидаю я в эту коробочку. Достаю вторую типсу. У нас вторая типса высохла. Снимаю трафаретик этот. Можно сделать также скотчем. Я раньше скотч покупала маленький такой. И маленьким скотчем так тоже можно сделать, когда не было у меня этих трафаретов. Так, что я дальше беру? Беру дальше паутинку от Beauty Luxe. У меня черная, у меня больше паутинки нету. Это уже у меня паутинка вторая от Beauty Luxe. Не нашла, девочки, не поверите, не нашла микробраш. Возьму апельсиновую палочку маленькую. И сейчас апельсиновой палочкой намотаю. Я жду, когда у меня паутинка станет тоненькой. Так, все, намотала. Отправляю на просушку. Пока будет та типса просыхать, мы намотаем на вторую типсу. Мне не нужно здесь толстых. Не надо тут вот такие тоненькие. Так, хватит. Намотала, отправляю на просушку. Естественно, сейчас я поставлю паузу, вытру у себя ноготочки, а то просохнут. Так, смотрите. Взяла ватный диск, смочила водичкой. Это крышка у меня от патчи для глаз. Беру вот такие наклеечки. Ой, наклеечки, слайдеры. Честно сказать, не знаю, что получится сама. Идея как бы есть. Вот что плохо со слайдерами?
Допустим, не понравилось, ты ее не можешь убрать. Вырезаем нужный элемент. Так, хочу взять, наверное, мальчишку и девчонку. Так, смотрите, мальчишка. Больше девчонка, меньше, да? Может, так и должно быть. Так. Вырезала. Ноготочки я себе так и не сделала. Ногти не переделала еще никак. Разрезаю пополам. Ложу на водичку. И думаю, пока размокает, то думаю, девочки, взять ли мне, может, еще сердечко поменьше, которое она вот с этой стороны, кстати, есть. Ну, давайте вырежем вот это вот сердечко еще. Так. Ложу на ватный диск с водичкой. Так, сейчас чуть-чуть подмокнут. Так, размочились. Я же вытирала липкий слой, у нас нет липкого слоя на типсах. Я покрываю их базой. База у меня отбор проекции. Наливала себе в этот флакончик. Флакончик у меня тоже из-под китайской какой-то базы. Не сушу, потому что мне надо... Хотя, что кто-то сушит, я не сушу, потому что я хочу же попробовать, чтобы подвигать этот слайдер. Вдруг я сейчас посажу его, мне не понравится, как он там сидит. Вот. Смотрите. Дальше берем пинцет. Ну, если у нас мальчик в эту сторону, да? Так, мальчик у нас в эту сторону смотрит. Значит, вот у меня была мысль, он уже так скручивается, слайдер этот. У меня была мысль, или вот сюда на черный посадить, так убежала. Но на черной, девочки, я ее не вижу. Значит, сажаем вот сюда. Опять убежала с кадра. На черном не видно его волосинки. Так, вот это вот внизу, то, что слайдер у нас вылез. Так, я потом уберу. Может, сюда подвинут. Так, вроде нормально. И сюда же я хотела посадить вот это вот сердечко. Только вот сюда. Так, отправляю лампу на просушку. Беру другую чипсу, где у нас девчонка. И сажаю девчонку вот сюда. Сажаю, леплю. И мне вот здесь вот не хватает чего-то. Какая-то пустота. Что-то не хватает сюда. Давайте я сейчас, наверное, отправлю на просушку и подумаем. Так, смотрите, подумала, пока еще та типса досыхает у нас. Эту я перекрываю базой сверху. Мне базу надо налить еще. У меня там заканчивается уже во флаконе. Так, перекрыла все базой. Отправляю на просушку. Естественно, эта типс у нас уже подсохла. Здесь мне надо убрать липкий слой.
Убираю липкий слой. Спиртом чистым. И я нашла у себя вот такие вот наклеечки. Это с AliExpress. И возьму вот, вот эту надпись. Приклею, девочки, вот сюда вот. Так. И все равно мне кажется, что-то здесь не хватает. Смотрите. Что-то как-то пустовато смотрится вот это вот место. Давайте эту типсу рядышком. Тоже вытру липкий слой. И рядышком поставлю. И посмотрим. Хотя получается, если сейчас что-то сюда сделаешь, это будет уже перебор. Но посмотреть можно что-то, наверное, знаете, золотое. К примеру, вот у меня есть наклеечки золотые. Вот, допустим, даже надпись Love. Чересчур везде Love. Много надписей. Где она тут Love? Вам не видно. Давайте чипс возьму. И вот так вот покажу. Надеюсь, видно. Ты вот смотришь, что-то на черном не хватает все равно. То давайте ее и посадим, эту надпись Love. И посадим. Вы говорите, как это приходит? Вот так сидишь, это все выдумаешь, подбираешь. Думаешь, вот цветовая гамма тебе понравилась, ты хочешь попробовать. Бывает, типсы выкидываю в помойку, да, девочки? У меня такое есть. Вот так вот наискосок сделать. Вот смотрите. Вообще, мне кажется, лишнее здесь что-то будет. Нет, не буду. Потому что это будет чересчур. Вот смотрите. Грубо говоря, сделали вот, допустим, дизайн, да? На тюльпанах сделал дизайн. Идея есть, да? Теперь, тут есть у нас зеленый цвет. Вот если сделать, допустим, я уже покрасила, чтобы вам показать, одну типсу зеленую. Есть у меня, когда я вам показывала матовый топ, и здесь еще две типсы черные стоят. Если вот такое вот сочетание... Это первое вот сочетание, вот так вот, да? Также у нас здесь есть еще с вами красный цвет. А если за место вот этих вот черных мы сюда посадим... Блин, от лампы не отлипается. Красный цвет. И одну типсу, допустим, черную. Вот так вот мне не нравится, не смотрится. Хотя тут есть красный цвет. Мне больше понравилось, когда смотрится вот с черным цветом. И одна типса вот такая зелененькая. Можно, конечно, переставить, вот так сделать. Вот. А можно обратно. Так, фокус не теряйте. Я, наверное, вот так вот оставлю. Да, вот так, наверное, ставлю. Так лучше смотрится. Хотя мне нравится и так, как смотрится. Давайте вот так оставлю. Сейчас перекрою топом финишный. Покажу вам. Ну все, девочки, покрыла топом, просушила, с дизайном покрыла матовым топом. Попробуйте вот так, темновато. Сейчас подождите, все равно темно. У нас сегодня на улице темно и свет как-то не есть. Вот такой вот у меня
получился кстати. Мне нравится, что я сюда больше ничего не добавила. Как раз ни много, ни мало этого дизайна. Сочетание мне понравилось. И, кстати, по цветовому кругу сочетается красный с зеленым. Черное, это понятно, везде можно черное напихать. Вот, надеюсь, вам понравится видосик. Напишите, пожалуйста, снимать ли наподобие такие видосики или именно только с рисовашками.